Вот и заканчивается ночь. Появился я тут неподалеку. Пришлось немножко полутать этот город. Ну как, в смысле полутать? Все, что осталось, все было залутано до нас здесь. Кое-что, конечно, осталось. На данный момент тут тишина. Кое-где здесь пару зомбаков еще ходит. Но они для нас не проблема. Сейчас будем выдвигаться дальше. Надо будет собрать наши пожитки. Посмотрим, в костре что тут есть. Ничего нету. Здесь я приготовил 4 куска мяса в дорогу. Ну, а вот и утро. Можно идти продолжать свой путь дальше. Здесь задерживаться не будем. Так. Степь, да степь кругом. Будем двигаться на юг. На юг, на юге тепло. На юге хорошо. Всем привет, дорогие друзья. Это Seven Days to Die. Решил поиграть немного в эту замечательную игру. Немножко повыживать. Играю я на общем сервере. Это не своя игра, так что... А, вурдалаки проснулись. Так что если вдруг будет немножко подлагивать, это все из-за этого. Можно было бы создать игру частную, без сети, без онлайна. Но это было бы, наверное, неинтересно. Потому что я планирую здесь немножко попутешествовать. Ну, вдруг здесь, на этом сервачке, мы встретим какие-нибудь интересные постройки. Да и, может быть, людей самих встретим. Надеюсь, не враждебных. О, блин. Гребаный кактус. Снял у меня 10 хп. Так, пойдем посмотрим, что у нас на дороге валяется. Самое главное я нашел. Это наковальня. Так, это нам не нужно. Не будем всякий мусор брать, а вот это нам подойдет. Сейчас мы скрафтим. Стальную. Нет, не стальная, это железная стрела. Тут у меня их уже 2. Вот. Нашел я наковальню в этом городе. Ну и впоследствии мы, наверное, где-нибудь обоснуемся. И уже с той базы будем выходить чуть дальше. Вглубь карты. Потому что на данный момент у меня есть проблемы с водой. С едой-то у меня проблем нет, а вот воды... Я что-то тут нигде не встретил. Кругом степь да степь. Степи Казахстана, ёханый бабай. Так. Четко идем на юг. Четко на юг. Так, вот камень. Мне еще, пожалуй, возьму, соберу камешек. Ну и немножко железа. Блин, что-то фигово. Но надо будет скрафтить топор. Каменный им гораздо быстрее будет собираться. Я тут неподалеку нашел одну пещеру. Посмотрел, блин, пещерка-то вместительная. Так что мы туда еще вернемся. Скорее всего, я там сделаю свой лагерь. Временный лагерь. Мы его немножко обустроим. Ну а сейчас я тут обнаружил вот этот вот лагерь. Палатки. Правда, они охраняются зомбаками. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Посчитаем, сколько их. Вроде бы 3 или 4. Нас пока не видят. Тихонечко. Тихонечко. Угу. Где-то... Так, меня заметили. Начинаем зачистку. Зачистим. Попробуем полутать. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Так. Давай. Здесь немножко маленькие подлаги. Так, отлично, свалил. Но это временно. Сейчас он встанет.
Нет возможности его добить. Так как этот толстяк может нам насолить очень сильно. Твою мать. А, сдох. Отлично. Давай ты. Все. И она сдохла. Так. Да, оранжевые штаны. Офигеть. Всю жизнь мечтал. Так. Еще один товарищ у нас. Иди сюда, мой маленький. Блин, промазал. Че? Отлично, добиваем, добиваем. Так, так. И, по-моему, у нас последний зомбак остался. Давай еще. Сейчас добьем. Готов. Собираем трубки. Трубки нам пригодятся. Всю эту мелочь тоже. Да, немножко дерева соберем. Ну, в принципе, тут надо будет дерево нам порубить. Дерево нам пригодится. Если я собираюсь вернуться в ту пещеру, там нужно будет тоже обустроить ее. Дерево у нас уйдет прилично. Так, здесь у нас ошметки всякие. Здесь ничего. Так, опять трубка. Ну, кое-какой лут есть. Камни тоже возьмем. Потом скрафтим еще себе стрел. Так, рюкзак. О! Тут уже хорошо. О, еще здесь кровь и спирт. Потом можно будет аптечку скрафтить. Если, конечно, найду рецепт на нее. Гвозди, гвозди, must have. Так, ну, немножко дерева. Так. Угу. Вода. Отлично. Воду надо попить. У нас проблема с водой. Так, запчасти к 44-му магнуму возьмем, пускай будет. Да, все это тоже возьмем. Как раз таки у нас места хватает. Так. Ну, вроде бы все я здесь залутал. Вроде все залутано. Так, надо туда... А, там у нас... Выжженный биом. Самый мой нелюбимый биом в игре. Так, давай-ка здесь подберем перья. Так, надо будет скрафтить еще пару стрел. Пару стрел, пару стрел. Так. Два. То, что у нас два. А, так. Ну, ладно, потом докрафчу. Пока у нас всего хватает. Выжженный биом. Пойдем глянем. Так, надо мне еще кое-что глянуть. Так, трубы. Из труб раньше можно было скрафтить решетку. Но сейчас почему-то я не вижу. Не вижу этой решетки здесь. Блин, эта решетка... Нам помогла бы вскипятить воду, если бы я ее на костер мог поставить. Но, походу, ее нету. Наверное, ее надо будет искать. Так. Выжженный биом. Ладненько, давайте тут пробежимся по-быстренькому. По выжженному биому. Мрачняк. Сразу мрачняк начинается. Полный апокалипсис. О, отлично. Вот это вот самая-самая хорошая штука, которую я нашел. Я вот сейчас вот что-то тоже не... Не это самое, эту кастрюлю, блин, а нельзя
Так, покопаемся в толчке. Вот эту вот кастрюлю, ее тоже скрафтить нельзя. Хотя, по-моему, раньше можно было. Блин, вообще все забыл. Ну давай. Так, плюс одна трубка. Окей, плюс одна трубка. Так. Ну-ка сейчас вот это дерево срублю. Дерево нам понадобится. И мы продолжим. Продолжаем исследовать выжженный биом. Так, там зомбак. Скорее всего, надо будет его убить. Сейчас мы его немножко умертвим. Хорошо. Стрел у меня предостаточно. Даже еще можно скрафтить. Так, быренько-быренько. Добиваем. Все, отлично. Нормально. Так. Угу. Ягоды и вода. Ну, за воду спасибо. А вот с ягод я, наверное, сделаю себе... Так, заменю на майку. Сделаю себе семена. Семена пригодятся. Тем более я планирую небольшой лагерь разбить в пещере. Сейчас мы немножко поблуждаем и будем возвращаться в пещеру. Так, яйцо. Консервная банка. Надо консервную банку, хрен с ним. Металла у нас пока предостаточно. Угу. Так, так она... О, там у нас вода. Слушай, а это очень даже хорошо. Рядом с моей базой будет наконец-то вода. Сейчас мы наберем воды. Потом ее вскипятим. И у нас не будет проблем с водой. Вода, вода. Вода, вода. Так. Где там? Пометим мы ее быренько. Пометим. Так, чем мы ее пометить? Вот этим. Вот. Вода. Все. На карте будет отображена. Посмотреть, что там. Угу. Машину посмотрим. Пока здесь ничего разбирать не буду. Машину потом, когда уже надо, нужно будет. Разберем здесь все машины. Все, что только можно. Можно и нельзя. Так, здесь, скорее всего, одежда будет. Да, одежда. О, и порох. Порох как раз таки мне нужен. Порох мне нужен. Так. Так, ну дальше я не пойду. Будем уже возвращаться к пещере. Пещера для нас сейчас самое главное. Ну и тем более никто практически нас видеть не будет. Это же не дом, который там возвышается. Где-нибудь на холме. Так, тут... Походу тут я уже смотрел. Да? Да, это моя майка. Смотрел. Сейчас еще скрафтим. Так, штаны нам не нужны. Мы их оденем и пустим на переработку свои старые. О, блин. Так, стой. Давай. Перья нам еще понадобятся. О, вот это вот тоже очень хорошая вещь. Это у нас уголь, товарищи. Надо будет его пометить. Придем сюда, его заберем. Из угля мы сделаем порох, а также факелы.
это будет, правда, потом. Так, там спокойно все. И здесь. Что, в принципе, можно идти к своей пещере. Соберем этот вот золотую траву. Так, а вот и наша пещера. Потом сделаем из этой золотой травы чай целебный. А то я уже тут сырой водички попил. Он даже, если вы видите, в левом нижнем углу нарисовано типа попа. Это у меня диарея. Это жесть просто. Я теряю влагу и жизни. Вот наша пещера. Ну вот тут я вот и расположился, так сказать. Вот она, наша Бэткейв. И здесь мы все будем, скажем так, обустраивать. Так, надо будет как-то сюда положить факел, повесить. Так, куда бы его тут повесить? С этой стороны, наверное, попробую. Давай. Так, ну и как оно освещает? Ну, так, нормально. В принципе, освещает. Сейчас сделаем парочку фреймов деревянных, чтобы можно было спускаться и подниматься. Сколько же мы делаем? 5. 5 штук, наверное, должно хватить. Так, выложим все ненужное. Блин, а я забыл там набрать воды. Да, что-то я, блин, задумался и забыл забрать воды. Собрать воды. Ладненько. В следующей серии пойдем за водой. Здесь мы сейчас поставим фрейми, которые у нас уже построились. В первой серии, конечно, наверное, будем обустраиваться. Как только немножко мы чуть-чуть обустроимся. Ну, давай, давай. Вот так. Мы выдвинемся чуть дальше. Возможно, кого-нибудь даже и встретим. Отлично. Вот и все. Спустились. Так. Вот это будет небольшая наша лестница. Так, эту мы фигню. Потасиум этот надо собрать. Отлично. У нас здесь труп. Сейчас мы его обыщем. Отлично, рукоятка для магнума. Трупик мы уберем. В доме трубики нам не нужны. Так, у нас там дальше еще есть. О, там вообще темно. Не видно низги. Хватит, Сесонин, телепать нам мозги. Сейчас сделаем. И посмотрим, что у нас дальше. Это у нас будет дальше такой проход небольшой. Нормально будет. Вместительная пещерка, вместительный домик. Мы здесь по полной. Блин, темно, конечно, я понимаю, но в принципе это будущий наш дом. Здесь всякие вурдалаки к нам не залезут. Ну, не только вурдалаки, но и обыкновенные игроки. Ничего, мы потом там поставим дверь с замком. Наверное, клайм-блок поставим тоже. Сейчас проапгрейдим наши фреймы. Отлично. Так. Темновато здесь все-таки. Очень темновато. Так, здесь мы сделаем. Где у нас здесь лестница? Вот она.
Сколько же мы их сделаем? Штук 10 хватит, наверное. Должно. Останется-то пригодится. Так, так, так. Еще фреймов. Сделаем фреймов. Мы немножечко сделаем площадку, увеличим на 3 фрейма, чтобы не свалиться. Блин, ну совсем темно стало. Все, 10 часов. 10 часов вечера и стало совсем темно. Да. Так, куда бы мне его поставить? Чтобы было светло. Чтобы мне можно было спокойно делать мою... Ой, вообще. Это он в скалу. Блин, ставится, черт. Это плохо. Так. Давай-ка. Поставим тебя. Ну, куда тебя поставить? Ну, давай вот сюда поставим. Угу. Опять скалу. Ладно, тут, наверное, будет, надо будет, кроме... Это еще сделать нам костер. Костер кое-как. Да, вот здесь пойдет. Костер кое-как будет нам светить. Так, вот он костер. Более-менее светло. Конечно, это будет темно выглядеть на видосе, но ничего. В следующей серии мы сделаем полную иллюминацию в нашей бэт-пещере. Так, отлично. Так, а здесь? А, нет, здесь какая-то шляпа получается. Нет, 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 нет. Надо будет снять. Так, так, так. Ну, блин, все-таки не хватило одного удара, поломался. Сейчас сделаем еще новый. Новый будет немножко качественнее предыдущего. Тот был 16, это 18. Отлично. Так, здесь мы сейчас немножко нарастим. Чтобы не свалиться случайным образом. Так, давай-ка как-нибудь вот так, что-то я... Ну, что-то я туплю. Можно же отсюда зайти. Да. Раз, два... Вот так. Будет такая небольшая площадочка. Площадочка, площадочка. Ну и, соответственно, ее проапгрейдим. Пока только на один уровень. Потому что мало ли будем еще перепланировать. Блин, тут вообще темно. Жесть. Так, грибочек. Грибочек. Эх. Ну что ж, вот такой вот наш, вот такая вот наша пещера. В принципе, мы будем... Я буду ее усовершенствовать. Будем ее обустраивать. Но это уже будет в следующей серии. В следующей серии, скорее всего, пойдем за водой. И еще, наверное, будет надо будет нарубить деревьев, дров. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.